Я занимаюсь прыжками в воду с 6 лет. И у меня есть мечта. В нашей школе есть настоящие чемпионы. Победители чемпионата России, серебряный призер чемпионата Европы, победители первенства мира и Европы. Их победы мотивируют меня каждый день. И благодаря им я знаю, моя мечта осуществима. Быть в команде значит быть частью чего-то большего. Здесь нет «я», есть мы. Сильнейшие спортсменки города, победители и призеры первенства России. Синхронное плавание – вид спорта, в котором я хочу развиваться. Я считаю, здесь не место конкуренции, только дружба и уважение друг к другу. Когда я занимаюсь, я думаю о том, как в будущем смогу стать таким же, как выпускники Невской волны, которыми может гордиться не только наша школа, но и вся Россия. Быть частью команды – это огромная ответственность. Только ежедневные тренировки и работа над собой позволяют достичь высоких результатов. Иногда оглядываюсь вокруг и вижу, как действия, которые мы совершаем сейчас, формируют наше будущее. Здесь каждый имеет шанс стать настоящим спортсменом и выступать за Россию на соревнованиях. Плавание дает мне силы и возможность проявить себя. Главное – стремление и желание расти. В обществе существует множество стереотипов о спорте. Синхронным плаванием занимаются только девочки. В водное поло идут нереализовавшие себя пловцы. Прыжки в воду – это опасно. Плавание и подводный спорт – незрелищные виды спорта. Каждый день мы рушим эти стереотипы. Учимся друг у друга и поддерживаем тех, кто рядом с нами. Я люблю то, чем занимаюсь. Моя школа делает меня счастливой.